В разделе «Социальная ответственность бизнеса» победителем стал коллектив тульского производственного предприятия «Мехмаш». Его руководство и сотрудники активно пропагандируют здоровый образ жизни, поддерживают спортсменов, организуют соревнования, сами принимают в них активное участие, а также финансируют строительство храма, помогают в благоустройстве территории города Тула. Коллективу нашего предприятия хотелось бы поблагодарить организаторов премии за то, что отметили наш труд. Как говорится, делай добро и бросай его в воду, но тут в воду совсем не получилось. Всем участникам желаем в новом году развития, стабильности и успехов. С наступающим!